Талисманы команд мастеров региона «Енот Крага», «Волк Ди» и «Лайка Алтай» провели массовую веселую зарядку для юных хоккеистов «Алтай» и футболисток школы Алексея Смертина. Пообщались с юными спортсменами, устроили фотосессию и подарили детям сладкие призы. А также познакомились с обитателями зоопарка «Лесная сказка». Алтайский пловец Никита Черноусов – серебряный призер первенства России в плавании вольным стилем среди юниоров до 18 лет. В последний день турнира подопечный Андрея Жукова на дистанции 50 метров на 3 миллисекунды уступил золотую медаль спортсмену из Краснодара. Всего в турнире приняло участие больше 700 спортсменов из 73 регионов России. Уже завтра футболисты барнаульского «Динамо» сыграют два выездных матча. В первой встрече бело-голубые встретятся с Тюменью, а 22 мая в Перми со «Звездой». После этого команду мастеров будет ждать домашний отрезок из трех матчей. Дмитрий Дроздов. День с толком.